Добрый вечер еще раз. Хочу показать вот вам картину, которую мы покажем на предстоящем аукционе. На первом аукционе в этом году. Вот. Это картина Леонида Баранова. Вот. Называется она «Новый дружок», 60 на 50. Вот холст масла. В 2021 году он ее делал. Вот он делал для наших аукционов. Вот. И в этом году вот первая его работа вот, начинается с этой картины. Тут главная идея то, что дедушка с бабушкой слепили друга своему внуку. Первого в его жизни снеговичка. И вот решили покататься на санях вместе. А дружок, собака, грустно сидит так вдалеке и немножечко завидует, что вот новый дружок появился у мальчика, а его сейчас пока в сторону оставили. Вот такая радостная, веселая зимняя картина. Многие считают, что зима – скучное время года и нет никаких развлечений. А ведь это совсем не так. Можно и покататься на санках, и на лыжах, и на коньках, и по лесу побродить, и порыбачить. Зима на самом деле очень веселое время года. Просто нужно уметь находить себе удовольствие в этом. И с годами зима становится на самом деле все короче и короче. И мы можем только позавидовать этому внучку, которого любят по-настоящему дедушка и бабушка. Вот. Эту картину вы можете увидеть на нашем аукционе 28 января, который мы проведем на Народной воле 62. Начало аукциона в 6:30. Ну и также будем мы транслировать в прямом эфире в Фейсбуке. Вот. Можно будет звонить по телефону 371-11-53. И в Зуме тоже будем показывать. Адрес дадим тем, кто заинтересуется. Звоните нам, пишите нам. Ждем вас. До свидания.